и не могу ходить. Вот это все это не надо делать. Конечно, пропускается сюда, надо их так. Я уже сдала анализы к эндокринологу, я никак не записываю. Вот у меня проблемы вот такие вот. Как? А если, как говорится, уберут последних врачей, то вообще нам куда ходить-то? Да и куда хочешь. 3 часа ночи надо вставать, чтобы занять очередь. Это что за ерунда такая? Вы это... сегодня почему здесь вот все-таки? Ну, потому что мне надо к этому самому, к терапевту там или еще куда-то записаться. То есть вы пришли защищать поликлинику? Конечно же, защищать поликлинику. Она наша поликлиника, и мы никому ее не отдадим. Да. Мы как ходим, так и ходим в эту поликлинику. У нас здесь врачи. Мы к одним врачам ходим. Ну как, а куда нам ходить-то потом? Это свои вообще, коттеджи продают. Если уберут, да. Особенно пенсионеры, у кого маленькие пенсии, мы не можем к платным врачам да ходить. Врачи-то, как нам быть, вот этот вопрос? Это вон бизнесмены, которые хотят.